Предусмотрено, значит, у нас три номинации. Вокал, танцы и исполнительское мастерство. Финал всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» пройдет в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Вот. Ну, мне хотелось бы отметить, что наиболее активное участие в прошлом году в «Хрустальных звездочках» приняли ребятишки, родители которых работают судебными приставами в Сережском районе, в Роменском районе и в городе Рачихинске.